аллегория чревоугодия и любострастия, аллегория обжорства и похоти. Картина нидерландского художника Иеронима Босха датируется около 1500 года. Картина хранится в художественной галерее Йельского университета США и воспринимается как фрагмент большого тематического ансамбля, возможно, некоего триптиха «Семь смертных грехов». Это точно не самостоятельная работа, это нижняя часть левого внутреннего крыла некоего триптиха. В настоящее время предполагается, что смерть Скряги – это правое крыло того триптиха. Возможно, что корабль дураков тоже был какой-то частью этого произведения. Они имеют, по данным проведенных исследований, примерно одинаковый возраст. Работа в первый раз появилась в каталоге аукциона Кристи 11 мая 1928 года в Лондоне, где была продана за 105 гиней. В 1936 году она была выставлена в музее Bijmans van Beuningen в Роттердаме, затем оказалась в Кёльне, а позже она перешла во владение Людовика Рабиновича, чья жена Ханна уже и пожертвовала ее художественной галереи Йельского университета в 1959 году. Обжорство и похоть. Эти грехи Босх считал присущими прежде всего монахам. С присущим ему пессимизмом относительно слабости человеческой натуры Босх едва ли не оставляет надежду на победу добра над злом. Глубинную внутреннюю взаимосвязь чревоугодия и любострастия, существовавшую в средневековой системе морали, Босх выявляет еще в одной своей картине, которая, впрочем, напрямую не обращена к изображению монастырского быта. Чревоугодие воплощено в образах купальщиков, собравшихся вокруг большой винной бочки, верхом на которой сидит пузатый крестьянин. Держа на голове блюдо с мясным пирогом и ничего из-за этого не видя, еще один персонаж подплывает к берегу. Справа в шатре сидят любовники, и их грех – похоть.